Еще раз добрый день. Добрый. Иван, как работает депутат? Сегодня воскресенье. Работает легко. Легко, тем более, когда есть прямые договоренности между главой нашей фракции Оксаной Антоновной Деркач и представителями аграрного сектора, непосредственно эта компания «Старта», ее руководитель Скачко, о том, что нам дополнительно в город выделили десяток единиц техники. И слава богу, она сейчас уже работает. Мы можем видеть, в Киевском районе работает большинство этой техники. Две единицы мы выделили на микрорайон Юровка. Богом забытый. Богом забытый, да. Ну и надеюсь, что сегодня мы до конца вечера здесь хоть немножко, но ведем порядок, сделаем так, чтобы здесь можно было ездить и работать. Понятно, спасибо. А Энгельса как-то зацепите? Будем стараться. Будем стараться. Все будет зависеть от того, насколько мы сможем в течение дня выполнить работу, которая поставлена первоочередная. То есть по прочистке тех улиц, которые вообще не очищались за эту зиму ни разу. Иван, есть какой-то координационный центр на сегодня? На сегодняшний день создана группа, рабочая группа в горосполкоме. Если не ошибаюсь, находится она в 124-м кабинете по благоустрою, по работе вот с этими проблемными ситуациями по снегу и в городе в частности. Понятно. Спасибо.